Чебоксарах продолжается реализация программы переселения граждан из аварийного жилья. В этом году из ветхих домов в новые квартиры должны переехать более 250 семей. Бараки сейчас сносят в Заволжье и в столичном микрорайоне Богданка. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Каждый день отсюда вывозят сотни килограммов строительного мусора. Буквально за неделю рабочие успели разобрать крышу и деревянные полы. Уже в ближайшее время этот дом сравняют с землей. Этот дом был возведен в 50-е годы. За все время стены обветшали настолько, что для их сноса строители не используют даже специальных инструментов. Жильцам приходилось отапливать комнаты кирпичными печами, а за водой ходить к этой уличной колонке. Все переселенцы получили квартиры в новых домах. Они переселяются в новый район, который находится здесь рядом, район Садовый. Как бы человек привык к этому району, они здесь же будут жить. А вообще, по запросам отдельных граждан, работа ведется индивидуально с каждым. Все они получают по квадратам больше, чем они здесь жили. В этом году в столице республики планируют снести еще более 70 бараков. Работы должны быть завершены до 1 октября. Два дома снесли мы в прошлом году. На этот год остаются 74 дома. На сегодняшний день 7 домов уже снесено. К остальным подрядчики приступают. 22 дома уже приступили, работают. Остальные по мере отключения коммуникации и переселения жильцов тоже будут снесены. После сноса дома эта территория пустовать не будет. В ближайшие годы здесь планируют построить дорожную развязку. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.